В лукоморье дуб, золотая цепь на дубе, и днем и ночью кот все ходит по цепи, идет направо песнь, налево сказки, там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях. Там на неведомых дорожках следы невиданных. Саша. А, Саша, там пошлите, дети мои, зайдите к нам сейчас. Проходите сюда. Варюш, иди сюда. Будем раздавать. Идите. Здрасте. 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 Здравствуйте. Здравствуйте. Вон это, как ее звать, Томик. Она сейчас опять будет плакать. Не будет она плакать. Плакать не будет? Нет. Так, Томик, вот, нанесите Томику подарочек. Томик. Ура! Томику, Томику, подарки. Дальше сама не знаю, что кому давать. Тебе. Варюш, иди сюда, Варюшка, тебе на маленький. Ну, скорее, Варюш. Что нужно сказать? Сказку сказала. Она сказала спасибо. Спасибо. А тебе в сумке дать? Тебе ты бандай уже, тебе надо в сумке давать подарки. Саша? Тебе, да. Это что такое? Кто там шевелится? Кто там? Котенок! Нет! У меня живет котенок. Я сама его пасу. Я котенка в сад зеленый рано утром. Ух ты! Пойдем на горшок. Ничего себе, какая штука. Ты кто у вас? Откуда он? А это спать только знакомым бабушкам. Больше никому. Я говорю, да. Ты включи и иди за ним. Он едет, а ты за ним иди. Я говорю, Саша, у вас какое-то это самое. Вы ее помните? Ну там, да, вот куда, куда. Она мне показала, вот это, вот площадку, вот дали куклу. Они смотрят, зеленый диванчик. Я говорю, а кто вам это самое, для кого? А это только для знакомых бабушек. Больше никому. Я говорю, ну ладно, тогда. Наташа дала на хранение. Там просто на карту на столе. Хранение? И что, потом заберу его? Ну, я там хочу, что я могу. А? Это кто так делает? Он первый, скажи. А зазевалась, да, пантерочка ты наша.
А это уже кто, собачка? Кошечка? Кошечка, да? Да, киска? Как она плачет, киска, как? Киска как говорит? Как она к маме просит? Так делает киска! Да. Киска, да? И как она? И так зайчик делает? Так зайчик. Киска. Киска, да? Конечно. Киска жрать хочет, так делает. Да, да. Варь, ты, наверное, будешь артисткой какой-нибудь. Она песенки любит петь.